И в итоге нас всех сейчас приводят к одному знаменателю и требуют от нас общие домовые приборы учета. Это же можно все организовать с возвратом средств. Тем же самым вам, понимаете? Вы можете это все распределить на жильцов, чтобы жильцы этой суммой не были шокированы. Нужно продумать планомерную и спокойную переход к этим ОДНам. У вас было полгода для создания оси. Вы должны были в свое время с акиматом совместно. Это не у нас было полгода, у жильцов. 22-й год. Эту работу у нас с вами никто не провел. И вы теперь хотите одномоментно заставить поставить счетчики ОДН, при том, что где-то они стоят. Где-то какой-то штырь споткнулся. То есть... На корню отключать свет – это не решение проблемы. То есть к этому нужно конструктивно подойти и решить так проблему, что плавно нужно переходить. Какими-то претензиями друг к другу проблема не решится. Если претензии, надо искать альтернативы, компромиссы, идти друг к другу навстречу. Вот именно. Надо индивидуально подходить, да, обращайтесь с письменным заявлением, обращайтесь непосредственно. Вот, вот вся проблема в том, что тут же Абая 48, они мне присылают группу и говорят, мы направили письмо, ответа нет, месяц прошел, второй месяц пошел, ответа нет, мы им опять письмо направили, ответа нет. Давайте вот откуда ОСИ возьмет такие большие деньги? Когда мы столкнулись с Абая, нам выставили счет в 680 тысяч, мы насчитали ОДН. ОСИ месяц еще не просуществовало, откуда людям взять такие деньги? Два счетчика, два общедомовых счетчика. Поэтому с нашей стороны подготовим пакет документов, пакет вопросов с то, о чем я раньше говорила, какие приборы у нас учета стоят, на какие, какое потребление у нас идет ежемесячное по домам, каким образом сейчас это отражается на счетах, которые оплачивает конечный потребитель. Еще один вопрос, который бы мы хотели внести, в типовые правила коммунальных услуг. Начисление ОДН непосредственно на собственника квартиры. Для того, чтобы тариф по содержанию общедомового имущества был чистым. С одной стороны, это вызывает некоторые вопросы именно у собственников квартир, почему я должен платить за вот этот самый ОДН. Он и так платит через орган управления. В таком случае мы перестанем зависеть от этой кнопочки «отключу» и «выключу», когда нас в любой момент откажется от нас сервисная организация, разорвет договор с Кокшетау энергоцентра, и мы останемся, мы жители, останемся без света. При начислении ОДН непосредственно на собственника квартиры эти вопросы у нас отпадут. Единственный вопрос остается по контролю и по вопросу снятия показаний с прибора учета.